Все готовы? Тогда я начинаю эту абсолютно никчемную передачку. Тайка. А кто к чему приговорен в русской десятке, вы узнаете через мгновение. Когда-то артист Буба пел «Зачем топтать мою любовь?». Через несколько лет некая Стася поняла, что ее любовь тоже, в принципе, абсолютно ни к чему потаптывать. Василиса сейчас поет свою любимую песню. Это последняя песня Бритни Спирс. Поприветствуем! Здравствуйте, я не буду петь песни Бритни Спирс, а спою песню другого исполнителя. Странно, когда ты сходишь с ума, у меня появляется чувство вины. А у участниц этой группы есть трудовые книги? Ну, там, стаж работы, то все. А, ну так бы сразу и сказали. Тогда я вам это расскажу про магазин MTV. Он, в общем, стоит в меге теплой стан кинотеатре Киностар Делюкс. Там сейчас идут звездные... Не, не войны. Дни. И там еще продается коллекция одежды от Усановой. На днях за прилавком магазина Тута Ларсен и Влад Топалов, а также Марика и Ёлка. Кстати, Ёлка совсем недавно публично спела свой новый альбом. Это называлось «Презентация». А то, что я вам сейчас отдам бесплатно, называется «Пинг». Джастин Тимберлейк, кстати, не только поет и пляшет, он еще и одежду выпускает теперь. Купил себе такую нормальную электрическую швейную машинку, поставил на стол и по выкройкам там мастерит в выходные. Секси Бэк, что-то вроде «Пусть ко мне вернется секс». Первое место Евротоп-20. А чего хочет вернуть Виктория Дайнеко, я не знаю. И вроде как знать не хочу. Но в принципе я еще точно не определилась по этому вопросу. А вот те, кто мутит сериал «Клуб», уже во всем в жизни определились. И они вам просили передать, что наконец-то в эфире долгожданное продолжение сериала «Клуба». Со вторника по четверг в 9 вечера. Только новые серии, только на MTV. Ну что тут можно сказать? Класс! Виктория Дайнеко, значит, говорит под музыку. Я просто сразу от тебя уйду. Нормальная вообще заява. Даже вроде бы как шантажом попахивает. Вы как считаете? Ну, давайте там поразмыслите как следует, а я моби под шумок заэфирю. Так, пожалуйста, вот вам 7-е место Dance Floor Chart'а. Нью-Йорк? А я еще знаю Зу-Йорк и Том-Йорк. Есть еще что-то Йорк? Shiny. What's that smell? Oh gosh! Oh. 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 I'm bleeding. What to do? Dance it out. New York, New York. Does it?
самое время, когда во всем мире Америка теряет... В то самое время, когда во всем мире Америка страна теряет свои позиции, Америка песня в хит-листе UK занимает второе место. Но это, конечно, не ахти какая новость для Америки страны. Ну так лучше не ахти как, чем вообще голяк. Хотя, с другой стороны, лучше никак, чем как-то. Дальше мне надо перейти к Нелли Фортаду. А я не очень знаю, как это красиво сделать, поэтому извините, просто скажу. Выступает Нелли Фортаду. А та и Катюша, наоборот, отступает. У нас там конкурс еще был, так вот, изменилось. Кто хочет вот это, пишите на united@nt.ru свои предположения по поводу первого клипа в следующем сводном чарте. А теперь поднять паруса, полный вперед! Улыбайтесь, мечтайте, обожайте. Пока! Toby?